Неделя промышленности Башкортостана на международной выставке-форуме «Россия» набирает обороты. Сегодня республика продемонстрирует свой газовый потенциал. Различные активности на тематической площадке организовали «Газпром газораспределение Уфа» и «Газпром трансгаз Уфа». Предприятия подготовили обучающие тренажеры, имитаторы, викторины и конкурсы для детей и молодежи. Продолжат работу на стенде специалисты УГНТУ, которые уже показали свою программу накануне в День нефти и химии. Вместе с ними о своих предприятиях рассказали представители УМПУ, БСК, Башнефти. Специалисты провели с детьми химические опыты, они изготавливали елочные игрушки, проводили квест с применением VR-очков. Завтра на ВДНХ пройдет День энергетики Башкортостана. Энергетика – это у нас башкирская электросетевая компания, башкирская генерирующая компания. И именно эти компании будут проводить у нас работу в День энергетики 22 декабря. Пользуясь возможностью, сразу поздравляю энергетика с этим праздником. Ну и, конечно же, главой республики поставлена задача по развитию легкой промышленности в регионе. Она у нас демонстрирует хорошую динамику развития. Поэтому суббота, 23-е, это у нас День легкой промышленности и индустрии детских товаров. Напомню, неделя промышленности Башкортостана проходит с 19 по 24 декабря на ВДНХ в Москве. В эти дни на коллективном стенде республики представлены макеты техники. Буровая установка ИДЛ-270, троллейбус УТТЗ, вибрационный источник сейсмических сигналов «Батыр», которые производятся в регионе.